В данном видео, дорогие друзья, я вам предложу вариант, как же можно подать обычные сосиски в необычном исполнении. Сосиски я беру в натуральной оболочке. Они не должны быть слишком толстые. Берите сосиски подлиннее да поуже. С одной стороны наискосок отрезаю небольшой кусочек. С другой стороны отрезаю опять же небольшой кусочек. Где-то примерно сантиметра 4-5, не более. Серединку убираю. И соединяю две половинки, которые отрезала наискосок, при помощи шпажки. И вот такое интересное сердечко у нас получается. В принципе, закуска из сосисок готова. Самое главное здесь, для того, чтобы сердечки выглядели красиво, нужно правильно подобрать нужный угол наклона, когда будете нарезать сосиску. И обратите внимание, чтобы хвостики сосисок были идеально ровными. Я думаю, наглядно вы видите, что приготовление такой закуски, ну, дело совершенно не хлопотное, приготовит даже первоклассник. Если вам моя идея понравилась, то поставьте, дорогие друзья, лайк. Вам не трудно, а мне приятно. Подписывайтесь на канал. С вами была Ксения. До новых встреч!